Господь устроил наш мир так, что человек, рождаясь, расцветает с каждым годом до определенного периода. Но затем, чем старше мы становимся, тем больше и больше тлеет наш внешний человек. Как написано в Библии, это мы видим на примере всего творения. Все, что сотворил Господь, цветы, растения, животные и, собственно, венец творения – человек. Но наш Бог – это всемогущий Господь. И Его законы, которые действуют для этого мира, в нашей жизни как будто бы начинают замедлять свое действие. И когда мы приходим к Господу, наша жизнь с каждым годом начинает все больше и больше расцветать. И примером такого действия Божьей силы является наш замечательный пастор, друг, наставник, у которого на этой неделе был день рождения. И это Алексей Захаров. Дорогой Алексей, спасибо тебе за твое доброе пасторское сердце и за то, что ты с такой любовью посвящаешь свою жизнь другим людям. Продолжай дальше расцветать в Господе и становиться все больше похожим на Иисуса.